Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Прокуратура помогла предотвратить почти 200 проверок бизнеса. Это данные прокуратуры Кировской области за прошлый год. За это время было установлено почти 2500 нарушений закона в сфере прав предпринимателей. По инициативе прокуратуры из плана проверок исключено более 3000 объектов. Отказано в согласовании 178 внеплановых мероприятий. За нарушение законов о проверках административные санкции применены к 65 должностным лицам. В двух случаях возбуждены уголовные дела по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Программа «Экономика». Кировчане не экономят на еде. Это следует из данных Кировстата по обороту розничной торговли в 2020 году. Он снизился на 4% по отношению к 2019 году. Доля непродовольственного сектора сократилась с 52 до 50%, оборот на 8%. А вот продажи продуктов в коронакризисный год не сократились, но и не выросли. Экономика на 101 FM. Зато до минимума упал оптимизм кировского бизнеса, работающего в рознице. Согласно опросам, под конец 2020 года только 5% предпринимателей уверенно смотрели в будущее. За год их количество сократилось более чем в два раза. Индекс предпринимательской уверенности самый низкий за 10 лет. Минус 13% во втором квартале 2020 года. Больше всего на состоянии бизнеса сказывается, по оценке самих предпринимателей, высокая конкуренция. Это отметили около 80% руководителей, и неплатежеспособность покупателей. 70% руководителей отмечают этот факт. На большие налоги указали 60% бизнесменов. От запрета на работу пострадала треть опрошенных. Прогнозы на 2021 год тоже пессимистичны. Лишь 12% руководителей ожидают улучшения экономического положения своего бизнеса. 48 тысяч рублей стоит квадратный метр жилья в Кировской области. Такие данные приводит Минстрой по итогам 2020 года. За это время в регионе ввели в эксплуатацию 460 тысяч квадратных метров жилья, на 10% меньше, чем годом ранее. Но чиновники считают результат хорошим, если учесть коронакризис. В планах на 2021 вернуться к показателям 2019 и преодолеть планку в 500 тысяч квадратов. Сейчас в Кировской области строится 90 многоквартирных домов общей площадью 730 тысяч квадратных метров. Экономика. Завершение о валютах. Доллар сегодня 75 рублей 73 копейки, евро 90-92. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.